Добрый вечер, уважаемые коллеги. Прежде чем начать наш вебинар, давайте мы с вами проверим связь, что меня слышно, меня видно. Напишите, пожалуйста, в чате плюс, если у вас появилось видео, если есть звук и видна презентация. Вот презентации тоже, коллеги, оказывается, она у кого-то может не сразу высветиться. Так что мне вот интересно, всех ли все видно. Вижу плюсы. Если какие-то проблемы есть, вы сразу пишите, потому что на утреннем вебинаре было такое, что у кого-то не высвечивалась презентация. Пока вижу плюсы. Раз меня слышно, раз люди отписываются, значит меня слышно, и все хорошо, мы с вами можем вебинар начинать. Прекрасно. Сразу же хочу сказать, что по техническим вопросам, да, вебинар у нас не длинный, где-то в районе часа он у нас с вами будет идти. Для тех, кто первый раз на вебинаре, код для сертификата мы даем в самом-самом конце. Он будет в чате вместе со ссылкой, куда перейти, чтобы сертификат скачать. И если у вас во время вебинара, да, или сейчас уже, видео наезжает на презентацию, то вы можете скрыть чат. Для этого там есть такая галочка наверху, рядом со словом «чат», слева от слова «чат». Вы на нее нажимаете, у вас скрывается вправо окно с чатом, но вы все равно можете видеть, что пишут коллеги. Вы можете сами писать сообщения. Внизу есть окошко, куда можно набирать сообщения. Но видео у вас при этом все-таки подвинется вправо и будет очень удобно смотреть на презентацию. Вижу, к нам присоединяются еще коллеги. Очень хорошо, значит, тема все-таки нужная, полезная. Надеюсь, сегодня что-то полезное и новое я вам тоже расскажу, по крайней мере, постараюсь. Итак, мы сегодня говорим на тему лексики. Мы говорим о том, как расширять словарный запас на урок английского языка в начальной школе. Да, я сразу же еще раз напомню для тех, кто забыл, да, мы именно о начальной школе сегодня будем говорить. Я только на самой последней игре, которую буду предлагать, расскажу еще, как можно ее использовать не для начальной школы, но с той же самой задумкой. Все остальное будет исключительно по начальной школе. С чего бы хотелось начать? Да, с того, чтобы определить для себя, что такое знать слово, да, что это обозначает. Конечно же, в первую очередь, это значит уметь соотносить это слово с обозначаемым объектом. То есть, когда наш учащийся абсолютно точно понимает, да, что этот объект по-английски будет называться так-то. Да, то есть, он умеет соотносить само слово и значение этого слова в виде объекта. Второе, это, конечно же, узнавание этого слова на слух. То есть, когда мы знаем слово, мы можем это слово абсолютно спокойно, да, понять в потоке речи. Мы его отличаем от других слов и понимаем перевод конкретно вот этого слова в этом контексте. Третий пункт, да, у нас это то, что знать слово значит уметь узнавать его по графическому образу, по написанию. Да, действительно, когда наши учащиеся слово знают, они его, конечно же, легко распознают в письменной речи, например, в тексте. Если вдруг они слова не знают или слово, да, какое-то есть похожее, которое похоже пишется, но они, то есть они недостаточно хорошо знают эту лексическую единицу, они, допустим, знают, как это слово произносится, но никак не могут запомнить, как же это слово пишется. Соответственно, когда они у нас встретят это слово в письменном тексте, допустим, да, при чтении, они, конечно же, могут его неправильно понять, то есть не иметь возможности его перевести, да, то есть неправильно его перевести. И последнее, да, что такое знать слово, это значит уметь его употреблять в соответствующем контексте. То есть если учащийся точно знает перевод слова, он знает все его возможные значения, в зависимости, опять же, да, от того случая, когда он собирается это слово употребить, то если он со словом хорошо знаком, если он понимает, что это слово обозначает, то, конечно же, он сможет его употребить в том контексте, в том значении, которое ему на данный момент нужно. Да, то есть он сможет это слово еще и употреблять. Получается, чтобы знать слово, чтобы точно себе сказать, что я это слово знаю, мы должны проверить, что наш учащийся умеет это слово соотносить с объектом, то есть он точно понимает, что это слово обозначает. Он может соотносить, да, он может узнавать слово на слух, то есть в потоке речи его различать. Он может узнавать слово по написанию, то есть соотносить графический образ слова с тем, что он знает это слово, как оно переводится.
и употреблять слово в контексте. То есть он может это слово еще и произнести правильно, в правильном контексте, в правильном значении его употребить. Возникает логичный вопрос. Если мы понимаем, что такое знать слово, получается, что сказать, что мы знаем все абсолютно, да, слова, это довольно сложно, да, особенно про учащихся начальной школы. Что-то они хорошо знают устно, что какие-то слова они знают и как пишутся, и смогут, когда читают это слово, различить, что это вот это слово, да. Простые слова они, конечно же, легко сразу схватывают. A cat, a dog, для них это не проблема и услышать, и в тексте прочитать. Но как только слова у нас становятся какие-то длинные или похожие друг на друга, и особенно когда речь идет, например, о прилагательных, и они путаются в значениях, тот же самый название месяцев, June, July, да, они похожи немножечко визуально по написанию, они короткие оба слова, и по произношению у них что-то есть такое, да, мягкое, схожее. У нас тоже, да, июнь, июль, и там также. Но если в родном языке они, скорее всего, это не путают, то в иностранном языке, да, в английском языке они могут это путать. Соответственно, нам что-то нужно делать, чтобы, во-первых, лучше закреплять лексику, ту, что мы изучаем, это раз. И вторая проблема – это как нам расширять этот словарный запас наш, да, то есть как нам увеличивать объем лексики, не только за счет того объема лексики, который нам дается в учебнике. То есть как нам этот словарный запас в принципе расширить, чтобы они у нас могли практически в любой сфере, в любой коммуникативной ситуации знать, как правильно выразиться, как сказать что-то. Что мы для этого можем делать? Во-первых, новые слова изучать. Да? То есть мы не просто проходим мимо всех рубрик, допустим, майнд-рубрики или каких-то сносок, да, прочитали один раз и забыли. Как правило, нам это авторы все всегда и в учебниках, и в дополнительных пособиях дают с расчетом на то, что учащийся хотя бы подспутно это слово, на него обратит внимание, запомнит его и попробует его потом где-то применить. Да, если слово дается только для рецептивного восприятия, то есть оно не в продуктивный словарный запас входит, то учащийся не обязан его знать, не обязан его учить. Но чем больше наши ребята накапливают лексики, причем они понимают, в каком контексте эту лексику можно применять, то есть они ее обязательно тренируют в контексте, тем лучше у них, конечно же, со словарным запасом, тем он у них объемнее. Поэтому как раз второй пункт, помимо того, что мы должны изучать эти новые слова, мы должны вводить эту новую лексику в речь, да, чтобы ребята понимали, что данное слово может использоваться вот в этом контексте и в этом контексте, да, особенно вот то, что, например, касается прилагательных, да, то, что касается, какой прилагательный можно с каким существительным сочетать, что вот так говорят, а так не говорят. Далее мы можем, конечно же, в качестве приема использовать игры, то есть это у нас будут, соответственно, лексические игры. Лексических игр очень много. Как правило, всегда, да, я сразу же забегая вперед, скажу, что больше всего учителя у нас любят играть с мячиком, да, то есть игры, когда мы называем слово, кидаем мяч, и нужно что-то сделать, например, либо сказать перевод слова, либо мы говорим слово на английском, его нужно обратно перевести на русский, либо мы говорим слово на русском, его нужно перевести на английский. Такого плана игры. Это игры с карточками, различные игры, я сегодня тоже покажу несколько игр. И это могут быть также еще и интерактивные различные игры. Тоже вам сегодня такую вещь покажу. Что еще мы можем использовать? Мы можем учить песни, мы можем учить стихи, чанты, рифмовки, то есть все, что запоминается за счет повторяемости, рифмы, ритмики, музыки. То есть то, что будет ребятам нравиться в первую очередь. Потому что стихи, песни – это, конечно же, все-таки больший мотиватор, чем просто, когда мы читаем какой-то текст. Согласитесь. Соответственно, да, мы можем с ребятами эти песни и стихи учить. И, конечно же, мы можем использовать ИКТ. Здесь у меня перечислено, что можно тренироваться на обучающих компьютерных программах. Да, если уже у вас есть такие готовые программы, если у вас есть что-то из наших обучающих компьютерных программ, у нас они к учебникам happyenglish.ru, к NILI, к New Millennium English. Да, если вы даже не занимаетесь по этим учебникам, все равно вы можете брать программу, ту, которая вам больше подходит по лексике, по грамматике, и с ребятами учить эти новые слова, да, решать с ними различные пазлы, которые там есть в интерактивном виде, и, соответственно, их закреплять. Расширять словарный запас и закреплять его. Это если мы говорим про обучающие компьютерные программы. Но
Мы же не только обучающие компьютерные программы можем использовать, мы можем использовать различные онлайн-приложения для того, чтобы заучивать новые слова. Какие-то из них более эффективные, какие-то менее эффективные. Я сегодня покажу одну программу, вы, скорее всего, ею пользуетесь. Если не пользуетесь, то, значит, возьмете себе на заметку, возможно, да, в новом году, чтобы это можно было применять. И расскажу еще, как с помощью одной очень популярной социальной сети тоже можно ребят учить лексики, да, то есть расширять, именно расширять у них словарный запас, то есть не просто учить что-то, какие-то азы, да, не совсем получится, если у нас никакой базы нет, но покажу, с помощью чего можно поработать. А в первую очередь давайте мы с вами посмотрим на то, какие мы можем использовать задания, типы заданий, формат заданий, да, чтобы ребят именно обучать лексике. И причем вы посмотрите сейчас на эти примеры и поймете, о чем я говорю. То есть вы именно будете расширять словарный запас за счет данных пособий, которые я показываю. А не учить с нуля, потому что вы все-таки часть лексики по тем темам, что я буду показывать, уже с ребятами выучили по вашему УМК. А мы говорим именно о расширении словарного запаса. То есть что делать, чтобы еще больше слов захватить и знать, как их употребить в речи. Первое пособие, с которого мы посмотрим, мы из нескольких пособий буквально посмотрим по паре тройки страниц. Я немного ставила примеров. А первое пособие – это развивающие задания, стихи и песни для начальной школы. Автор Владислав Петрович Милют. Мы уже по обложке понимаем, что здесь есть что пораскрашивать, да, есть над чем подумать. Здесь у нас, да, такая think написана. Есть что запомнить, спеть, послушать, поиграть. Это уже нам подсказывает, что тематически нам книга подходит, потому что там очень много различных форматов заданий. По тематике теперь мы открываем содержание и видим, что у нас здесь 10 тем, да, то есть у нас 10 тематических разделов с абсолютно понятными для детей жизненными ситуациями. Это нам очень правильно и очень нужно. Какие именно темы? Это наблюдение за природой. Это цифры и счет, продукты и блюда, путешествия и транспорт, традиционные праздники, гости, подарки, угощения, животные, домашние любимцы, погода, климат, время, школа, учеба и раздел «Отдыхаем и веселимся». То есть, да, мы понимаем, что по этим 10 темам, таким основным темам, мы, конечно же, можем очень хорошо ребятам расширить словарный запас. Но так или иначе, мы знаем, да, и понимаем, что в любом учебнике, который вы используете в школе для начальной школы, они и так будут учить определенный круг слов, связанных с природой, что-то из темы еда всегда будет, да, тема животные, праздники. Но кто сказал, что это будет именно та же самая лексика, которая дается в данном пособии? Да, конечно же, это может быть что-то другое, да, извне. А помимо 10 тематических разделов, что мы еще можем найти в развивающих заданиях, стихах и песнях, это словарь в картинках. Нам такой словарь понадобится как раз для расширения лексического запаса. Я покажу примеры, как он выглядит. Также в книге есть упражнения для развития мышления, знакомства с окружающим миром, поделки, раскраски, которые мы, конечно же, когда делаем, обязательно они привязаны к иностранному языку, то есть мы что-то повторяем лексическое. А стихи, песни, да, о которых мы уже говорили, что они очень полезны. Игры. А в пособии использован принцип возрастающего уровня сложности. То есть тоже нам это очень удобно использовать. Да, с немножечко заданий попроще, к заданиям посложнее. И к некоторым заданиям есть ключи. Да, это видно из содержания. Да, и ключи есть, и словарик. То есть да, словарик он небольшой здесь, но с основными такими словами, которые могут все-таки быть трудными для ребят. Здесь они выписаны, вынесены в словарик. Теперь, что касается словаря в картинках. Да, что здесь подразумевается? Мы видим перед собой такую картину. Да, на картине у нас есть подписи к каким-то определенным элементам. Например, на елке. Здесь тема Christmas у нас, традиционные праздники. Первый – это Christmas. На елке у нас подписано stars. Stars у нас подписано около звездочки, соответственно, мы делаем вывод, что звезды будут stars. Да? То есть нам не нужен перевод слова, не нужно его нигде писать, не нужно заглядывать, как это слово переводится в словарик, нам понятно из изображения. А что еще, допустим? Turkey, да, у нас такая вот здесь она красивая лежит на тарелке на столе, и мы понимаем, да, что, как переводится слово turkey. Или танцует девочка, dancing, да, мы понимаем, что танцевать это dancing. В подарках у нас лежит компьютер, mobile phone, toys,
На столе лежат nuts. Что еще у нас? На руке, допустим, да, у человека, который сидит в кресле, у него watch. На камине у нас стоят candles, висят stockings, да, горит в самом камине, да, камин, в котором горит огонь, это fireplace и так далее. То есть мы беспереводным методом можем эти слова с ребятами запомнить. И они все здесь включены в тему праздники, да, в тему Christmas. Но не просто мы смотрим на эту картинку и как-то заучиваем эти слова. Нет, конечно же, у нас здесь есть задание. По заданию нам нужно разгруппировать слова на несколько групп. Это Christmas season, Christmas food, Christmas tree, Christmas presents и Christmas celebrations. То есть мы должны все эти слова сгруппировать по темам и сказать, какие куда будут относиться, и затем их туда вписать. Каждое слово в нужную графу соответственно. Если мы с вами откроем другой раздел, допустим, последний раздел «Отдыхаем и веселимся», 10-я тема, то здесь мы уже увидим задание, оно сложнее, чем задание первое, которое я вам показывала, предыдущее. Вроде бы тот же самый, да, большой такой рисунок. У нас здесь тема «Отдыхаем и веселимся», поэтому цирк изображен. Но, если вы обратите внимание, то около животных, около актеров, как так правильно сказать, не актеров, около, допустим, клоунов и так далее, да, около жонглеров, не подписаны, как они будут по-английски. В самом задании нам сказано, что нам нужно теперь подобрать слова к картинкам. То есть слова нам даны, они даны в Wordbox внизу страницы. Осталась наша задача только понять, какое слово, да, будет относиться в какое окошко, то есть как его правильно куда подписать. Для того, чтобы слова ребята могли правильно еще и прочитать, слова даны с транскрипцией, да, чтобы они могли правильно, читая слово, комментировать, куда оно будет на картинке относиться. То есть здесь они ничего не группируют в данном вот конкретном задании номер один, а именно делают label the picture. Но так или иначе, они все равно в этот момент запоминают лексику по теме цирк. Я думаю, и в принципе я смотрела немногих ОМК для начальной школы, именно тема цирк так широко рассматривается. Здесь у нас с вами пример на расширение словарного запаса, и когда мы еще прихватываемся, да, знания об окружающем мире задействуем. Пятое задание. Посмотри на рисунок и скажи, как нужно исправить изображение. Опиши жизнь животных зимой. Да, действительно, мы видим, что на картинке не совсем все правильно. Да, у нас почему-то зимой мишка, наоборот, не спит. Да, у нас зайчик вместо него спит в домике. Да, что это вот такая вот берлога. Да, не где-то там внизу, а вот она здесь наверху. И что у нас почему-то там не то лиса, не то волк где-то на дереве, да, наверху забралась. То есть что-то там не так, что-то неправильно. Нужно все рассказать как надо, да, то есть как должно быть на самом деле. А в шестом упражнении мы слушаем стихотворение, выбираем подходящие слова из Wordbox и эти слова расставляем в пропуске, соответственно. То есть, да, нам нужно внимательно послушать, понять, какое сейчас здесь должно стоять слово, визуально это слово найти в Wordbox и подставить его в пропуск, то есть записать. Вроде бы кажется легкое задание, да, но на самом деле оно все-таки не совсем уж такое простое, да, потому что со слухом понять, какое там было произнесено слово, это сложно. Далее у нас пример с вами на тоже расширение словарного запаса плюс творческое такое задание. И задание слева как раз творческое. Нам нужно назвать продукты, из которых сделаны эти необычные блюда. Да, здесь, конечно, не столько прям блюда, сколько такие необычные у нас животные получились. Да, допустим, лисичка из морковки, да, у нее ушки от кусочки морковки. У нее у нас там носик маслина, глазки из маслин тоже сделаны. Нам нужно назвать продукты, да, из которых она такая вот прекрасная вся сделана. То, что капуста, да, здесь где-то, допустим, один вид капусты, в другом месте это может быть даже не капуста, а какой-то салат, да. А как из лука сделана у нас, кто там, тоже мышка, да, и божья коровка из помидора. Все эти слова ребята должны либо вспомнить, либо посмотреть, как это будет по-английски, и, соответственно, назвать. Когда они будут у вас искать эти все слова или вспоминать их, да, они, конечно же, таким образом повторяют тему «еда». Да, очень полезно как раз для расширения словарного запаса. И следующее задание у нас здесь – это послушай и повтори стихотворение. И нам нужно отметить продукты, о которых говорится в стихотворении, то есть те продукты, которые не упоминаются в стихотворении, нам нужно отмечать.
тоже очень интересно. Во-первых, тем, что все-таки это работа уже со стихотворением, а не просто какой-то непонятный текст, допустим, мы читаем, да, все-таки стихотворная форма всегда как-то проще воспринимается ребятами. Но еще здесь задание интересное, да, нужно найти, что наоборот не, да, не, о чем не говорится в стихотворении и не отмечать это. Далее пример как раз на использование стихов и песен. Нам нужно послушать песню. И причем песня не просто, которую нужно выучить и спеть, а песня с движениями. То есть нам нужно делать определенные действия в определенный момент. Когда мы слышим слово «school», нужно хлопать в ладоши. Когда мы слышим слово «go», нам нужно топать ногами. Да, при этом ребята могут, конечно же, сидеть уже спокойно у вас, да, за партами. И вот, пожалуйста, когда слушают песню, выполнять определенные действия. То есть вы таким образом будете понимать, они точно ли слышат эти слова в потоке речи? Могут ли они эти слова отличить друг от друга? Да, то есть здесь же много разных слов. Да, we go, to school we go. Да, даже опять в следующей строчке есть слово eagle и school, и запутаться в том, где нужно хлопать, где нужно топать, элементарно. Но вот ребятам, да, нужно постараться все сделать правильно. Тогда у них все будет синхронно, и весь класс у вас будет очень синхронно топать и хлопать. Далее, следующие примеры у нас будут несколько тоже, буквально примеров из тренажера по чтению Елены Васильевны Русиновой «Буквы и звуки». Вы скажете, зачем показывать примеры из книги для чтения. Но мы с вами прекрасно понимаем, что если ребята не знают алфавит, не знают, как читать, то они у нас с лексикой будут справляться очень-очень тяжело. Да, они, с одной стороны, могут запоминать слова только на слух, только их слыша и вообще ничего не читая, но все равно, да, визуальный канал тоже очень важный канал для запоминания, поэтому мы его отбрасывать с вами не будем. Поэтому я пример из этой книги тоже покажу. В принципе, само пособие, это, конечно же, пособие для обучения чтению, в нем 35 уроков. Каждый урок посвящен определенному набору букв или буквосочетаний и звуков. Причем каждый следующий урок – это урок, который основан на предыдущем уроке. То есть ребята изучают в такой последовательности буквы и звуки, чтобы они могли все с каждым уроком, новым уроком, больше уметь читать. То есть у них накапливаются слова. И в пособии как раз-таки есть задания, связанные с лексикой. Нам это очень важно. А здесь есть и методическое сопровождение к урокам. Например, вот что нужно сделать в третьем уроке. Мы с вами читаем методическое сопровождение. В этом уроке мы знакомимся с тремя английскими буквами A, H и M и тремя английскими звуками. А также учимся читать четыре английских слова cat, hat, ant и map. Да, несложные вроде бы по описанию действия нужно нам сделать, да, но так или иначе все равно там мы можем со всем с этим справиться. А у нас есть ответы к заданию номер 3. Да, то есть вы видите, что не ко всем заданиям есть ответы, только к такому самому сложному, чтобы вам тоже не так много времени тратить на подготовку. И вот так выглядит сам раздел, урок третий. Мы действительно изучаем букву A в закрытом слоге, а именно поэтому здесь подобраны такие слова, как cat, hat, ant и map. Да, везде в этих словах читается буква A как E, то есть да, это A в закрытом слоге. Мы вводим чтение через определенную лексику. Как я уже сказала, то есть подбираются слова так, чтобы ребята на каждом следующем уроке могли уже читать эти слова, потому что они уже какие-то из этих букв и звуков освоили на предыдущем уроке. Вы здесь видите, это третий урок. В нем нет букв C и буквы T, да, то есть, значит, они изучили их ранее, да, и могут все это сочетать воедино. Очень удобный такой подход для обучения чтения. Соответственно, что у нас ребята из этого урока лексически вынесут для себя? Слова «кошка», «шляпа», «муравей» и «карта». Плюс в этом уроке они повторяют, посмотрите, да, в задании номер 1, когда вставляют пропущенную букву, еще слова «cup», «nut», «up» и «sun», да, потому что здесь везде нужно вставить буковку «u». Да, не во всех первых заданиях будет одинаковая буква, потом идут задания тоже с небольшим усложнением, то есть в первом задании могут встретиться слова из разных уроков, и поэтому разные буквы нужно вставить. Ну, в данном случае везде буковка «ю» отсутствует. Далее мы должны потренировать наши новые слова, да, наши новые четыре слова, их нужно соединить, слово и картинку, получается что-то вроде словарного диктанта в картинках, да, очень удобно, бесперевводной опять же метод у нас.
третьем задании опять же лексическое упражнение, хотя да, тренажер по чтению, да, но вот он у нас обязательно связан с лексикой. Мы должны найти слова, в которых есть звук «т», да, который мы изучали ранее, в первом или во втором уроке. Ну, как раз на это задание у нас были данные ответы в методическом сопровождении. Мы выписываем все слова, в которых есть звук «т». И вот таким образом мы видим, да, что в этом уроке три задания у нас связаны с лексикой. Да, это очень полезно, очень нам кстати для того, чтобы расширять у ребят словарный запас. И параллельно вы их обучаете чтению. Это замечательно. Не все 44 звука. Да, у вас здесь выучены весь алфавит. И все поймут, как все правильно читается. У них будет все отчитано. Да, абсолютно верно. Они поймут, как все правильно читать. А в книге есть, видите, да, различные слова. И те слова, которые очень сложно нарисовать, здесь тоже есть. Допустим, прыгать, слово ветер, глагол плавать. Нарисовать джем гораздо проще, согласитесь, чем слово прыгать. Да? Но вот у нас здесь на картинках понятно, да, что ребенок здесь в данном случае прыгает, да, что ветер это не просто такие-то завихрюшки, там листья разлетаются, значит, это ветер. Да, и плавать очень хорошо изображено, тоже понятно, что речь идет о плавании. Поэтому, когда ребята потом сталкиваются с этими словами во втором задании, где нужно соединить слово и картинку, конечно же, они безошибочно все соединят, потому что они много раз с этим словом поработали. Они его и прочитали по буквам, да, по звукам, все слово вместе. Затем они сделали пропись, прописали букву, сначала заглавную и строчную, потом они все заглавными пишут, и все строчными буквами. То есть слово впечатывается абсолютно. И, как вы видите, опять же, да, в первом задании нужно вставить пропущенную букву. Это различные могут быть буквы. Да, здесь у нас как раз, да, разные буквы. Здесь буковки O и буковка A пропущены. Да, нужно понять, что куда нужно правильно ставить и как эти слова произносятся. То есть, опять же, лексические единицы. И отдельные словарные диктанты с картинками на каждые 10 уроков нам даются в конце книги. То есть мы 10 уроков сделали, открываем в конце книги, вот здесь в данном случае это 80-я страница на первые 10 уроков, и должны все изученные слова написать, да, в столбик и соединять это слово, ну, лучше, конечно, по одному слову это делать, чтобы, да, было понятно, чтобы недалеко тянуть стрелочку надо было, да, вот у нас в данном случае здесь сачок, нужно его писать, например. И так далее. Пару примеров покажу вам на расширение лексического запаса и способия для чтения Read-Up для 2, 3, 4 классов. Вроде бы тоже, да, пособия для чтения, они уже должны читать. Как мы с помощью пособия для чтения будем расширять словарный запас? На самом деле можем мы это делать за счет заданий на чтение. Что нам нужно сделать в этом упражнении? Пример из Read-Up для 3 класса. Нам нужно прочитать описание картины «Шишкино утро в сосновом бору», выбирая наиболее подходящие слова. У нас есть текст. В тексте на, скажем так, пропуск, да, один, представлено по три варианта различных слов. Допустим, there are four, three, five bears in the picture. Да, a mother and three cubs. Прекрасно. Наша задача выбрать правильный вариант. Мы видим, что здесь всего на картинке у нас изображено 4 медведя. Да? То есть мы можем это, конечно, понять уже по двоеточию, да, что там мама и трое малышей, да, этих медвежат. Но выбрать, что будет правильно здесь, 4, 3 или 5, мы должны. И когда мы читаем этот текст, мы выбираем только правильный вариант ответа уже. Да? It is rainy or snowy or foggy in the forest. Да? То есть мы выбираем только foggy, потому что по иллюстрации мы понимаем, что действительно в лесу немножечко такой небольшой туман виден, да? Поэтому будет правильный вариант «It is foggy in the forest». И так далее. То есть на каждом предложении они останавливаются, внимательно смотрят на варианты, которые им предложили. Да, вроде бы ничего самим не нужно придумывать, но если ты не знаешь этих лексических единиц, если ты не знаешь, что туман – это будет «fog», соответственно, ты никак не сможешь правильно выбрать слово, да, подставить. Вы таким образом поймете, что учащийся не знает эту лексику. Вы сможете, получите возможность преподнести ему заново эту лексическую единицу и таким вот образом, соответственно, пополнить его словарный запас. Более того, это все дается в контексте. То есть вы прямо на иллюстрации показываете, что обозначает каждое слово.
И еще один пример из пособия Redup, в данном случае из Redup до 4 класса. У нас дается выдержка из дневника мальчика из Древней Греции, и нам нужно подобрать предложение к каждой иллюстрации. Это задание под буковкой A. Но если мы посмотрим, то под буковкой B на второй части страницы внизу нам дается задание, где нужно восстановить утраченный текст, используя слова из рамки. Да, вроде бы мы скажем, да что такого сложного? Но, во-первых, слова не очень такие простые. Во-вторых, они все разноплановые. Здесь и встречаются глаголы, и глаголы уже стоят в форме, в нужной форме, в той форме, в которой они должны стоять в этом предложении. Да, допустим, в форме прошедшего времени. Здесь есть вспомогательные глаголы. Здесь есть уже существительные с предлогом направления и так далее. То есть, с одной стороны, вроде бы понятно, куда что нужно подставлять, но как мы будем читать этот дневник, если у нас сначала все слова не подставлены? Мы выполняем задание под буковкой B, у нас все получается правильно расположено. Мы обязательно после того, как подставляем куда-то, да, какое-то слово, читаем еще раз это предложение, подтверждаем себе, что в нем есть смысл, когда мы вставляем туда это слово. Это нужно делать обязательно. И после этого уже мы выбираем предложение каждой иллюстрации, которая у нас здесь присутствует. Более того, если вы посмотрите, да, здесь еще есть read proper names, сносочка, не сносочка, такой, да, у нас, box, word box. И нам здесь нужно прочитать три имени собственных, которые действительно сложные для ребят, они бы так просто бы не догадались, как это правильно переводится. Допустим, слово island они, может быть, да, уже и знают, но вот как правильно прочитать Родос, да, остров, нужно было, конечно же, по транскрипциям посмотреть. То есть они еще у вас дополнительную лексику здесь запомнят за счет этого упражнения. Тоже, да, на расширение словарного запаса. Далее это песни и стихи. Конечно же, да, мы понимаем, что песни уже давно стали частью обучения иностранному языку. За счет чего? За счет чего ребятам помогают песни и стихи в изучении лексики? Конечно, за счет того, что песни создают положительный эмоциональный настрой. А все, что действительно нравится учащимся, да, то, что не наиграно, а действительно нравится, а в данном случае, если это песни, то они могут их включать снова и снова, и за счет этого многократного прослушивания они смогут закреплять языковые навыки, в том числе и то, что нужно нам по сегодняшней теме, да, это лексику. Также они смогут закрепить грамматику, если песня направлена как конкретно какое-то грамматическое явление. Они смогут потренировать произношение, потренировать интонацию, да, и так далее. И плюс за счет песен мы знакомим ребят с культурой страны изучаемого языка. Это тоже очень важно, особенно с точки зрения лексики, да, чтобы ребята понимали, как что называется, как правильно сказать, как можно сказать, как нельзя сказать. Здесь мы, допустим, с помощью этой песни «Манфагие» мы расширяем словарный запас по теме месяцы и что можно делать в эти месяцы. То есть мы не только название месяцев сможем выучить с помощью этой песенки. Но мы не сразу же начинаем. Посмотрите, не первое же задание «Выучи песню». Ни в коем случае. Сначала мы должны снять языковые трудности. Для того, чтобы нам снять языковые трудности, нам нужно выполнить задание на лексику. Мы сначала слушаем песенку и выбираем правильный вариант ответа. О чем эта песня? О праздниках, о месяцах, о каникулах. Да, у нас есть здесь вопрос с подвохом. Далее мы должны послушать название месяцев, повторить их за диктором и найти соответствие между русскими и английскими названиями месяцев. Вы можете спросить у ребят, да, допустим, название какого месяца меньше всего похоже на русское слово. Да, они вам, скорее всего, все-таки скажут, что вот январь и January как-то не очень хорошо, да, не совсем созвучно звучат. Совсем созвучно звучат. Не совсем, да, сочетаются. Тогда как, допустим, May и май, да, очень похожие слова. Или October и октябрь, November и ноябрь и так далее. После этого мы читаем текст песни и повторяем его за диктором. Песня небольшая, здесь 3/4-стишая, и она содержит в себе, как я уже сказала, не только название месяцев, но и что происходит в это время года. Соответственно, дальше мы работаем по тексту песни и дополнительно расширяем еще все, что мы можем здесь в эту тему включить. Мы отвечаем на вопросы, такие как, допустим, в каком месяце выпадает снег, или в каком месяце дети идут обратно, возвращаются опять учиться в школу, да, то есть такого плана вопросы идут.
Затем мы отвечаем на вопросы, утверждаем, праведные ли даны нам утверждения или они ложные. В тех, в которых есть ошибки, нужно эти ошибки исправить и найти то утверждение, о котором в стихотворении ничего не сказано. Да, то есть тоже для того, чтобы как минимум найти утверждение, о котором не говорится в стихотворении, нам нужно вернуться к тексту нашего стихотворения и еще раз внимательно поработать. Далее мы делаем еще два задания. В какие месяцы происходят эти события? То есть это уже задание разговорного плана, когда мы употребляем лексику, которую мы сейчас выучили, в нужном нам контексте. Например, нам нужно здесь сказать, что Christmas, Рождество в Великобритании отмечают 25 декабря. Да, или что в России мы празднуем Пасху и в таком-то месяце, да, назвать. И последнее задание, мы отвечаем на вопросы. Вопросы общего характера, общего плана. Да, холодно ли в январе? Жарко ли летом? Да, темно ли вечером? Вот темно ли вечером, да, смотря какой вечер. Ребята должны сказать, что вечером летом, допустим, да, в июне, очень светло, а вечером в августе уже становится немножечко темно, да, что говорить про вечер в сентябре. И так далее. То есть вы видите, что за счет этого задания мы расширяем словарный запас. И еще один пример тоже из этой книги. Покажу Songs and Poems for Junior School, песня My Cousin Alice. Она построена по точно тому же самому принципу. Мы, прежде чем знакомить ребят с песней, внимательно работаем с лексикой. То есть таким образом, опять же, расширяем словарный запас. Посмотрите здесь слова, как сказать «быть на диете», как сказать «выглядеть мило», да, как сказать «газированный напиток». Что еще? Какие продукты из самой песенки, мы узнаем, какие продукты Элис считает полезными, какие она считает неполезными, что она ест, что она не ест. И, соответственно, конечно же, у нас есть вопросы после текста, после того, как мы познакомились с песней. Нам нужно сначала найти ошибки в утверждениях и их исправить. Это мы работаем напрямую с текстом. А следующие два задания, они у нас на говорение. Нам нужно закончить предложение и рассказать о том, что ты любишь и не любишь есть. Да, I eat tons of tomatoes, да, I think, что там девочка, например, считала, что она не пьет газированные напитки, про что-то она там считала, что это вообще ужасно и awful, что ее заставляют кричать от ужаса конфеты, да, сладости заставляют ее кричать от ужаса, но нам нужно выразить свою позицию, свое мнение, соответственно, мы здесь, да, с ребятами заполняем пропуски в этих предложениях. Нам для этого нужно придумать, что, какие продукты, да, нам кажутся ужасными, какие мы очень сильно любим, какие мы никогда не возьмем в руки просто. И последним здесь упражнением является то, что мы просим пообщаться наших одноклассников друг с другом и спросить друг у друга, что они думают, да, насчет продуктов питания. Ну, допустим, what about tomatoes? И сосед по парте может ответить, they're nice. Да, ну, они нормальные, помидоры нормальные. То есть вот такого плана задания. Пару примеров покажу из метапредметного портфеля, тоже лексических. Да, что мы можем делать, в какой форме задания? Это может быть задание в форме квадрата со словами. Ребята очень любят искать слова в квадрате, вы, наверное, точно знаете. А здесь нужно найти 10 животных, и, как вы видите, у слов тоже нет перевода. Да, у нас вместо перевода используется изображение. То есть есть kitten и котеночек, да, у нас, соответственно, изображен. Есть parrot и у нас попугай изображен и так далее. То есть ребята с этим легко справляются за счет того, что у них визуализировано все. Какие-то, если слова они забыли или не знали, да, может, как будет морская свинка они не знали, да, или, может быть, как будет хомяк, еще не проходили, всякое бывает. Здесь за счет этого задания можно эти слова, конечно же, выучить, и даже как они лексически они правильно пишутся, пока они будут искать их у вас в квадрате со словами, они еще раз вспомнят, какая буква следует за какой. А для третьего класса уже задание немножко посложнее, но тоже оно именно на расширение словарного запаса, потому что часть названий хобби ребята уже знают, допустим, fishing для них не что-то такое, да, не проблематичное. Они знают слово garden, сад, значит gardening, они догадаются, что это, да, работать в саду, это тоже может быть хобби. Что у нас еще здесь нет? Cooking, да, конечно же, да, они с этим встречались с этим словом. Что у нас еще здесь есть? Так, первое попавшееся, чтобы. Reading, да, они чтение тоже знают. Model making, скорее всего, догадаются. Но
Например, вязание, да, не во всех учебниках для начальной школы есть это слово, а оно все-таки полезное, да. Далее, резьба по дереву. Почему бы не знать, как будет резьба по дереву? Или как будет мыловарение, да, то, что мыловарение в слове не употребляется слово варить, да, это мы говорим мыловарение, а хобби будет называться soap making, что может как хобби выступать игра на ксилофоне, да, это будет ксилофонинг, что есть хобби как шитье из лоскутов, да, то есть когда, да, quilting, да, когда занимается квилтингом, и так далее. Да, то есть они за счет этого задания пока ищут эти 25 названий хобби, хотя на самом деле в задании скрыт такой, да, смысл в том, чтобы они поняли, по какому смыслу эти слова все образованы, и за счет этого смогли понять, где в каждом абзаце можно найти название хобби, да, потому что здесь сначала говорится про человека, а затем говорится, что этот человек любит делать. Соответственно, наша задача всегда обращать внимание на вот то, что стоит после like или likes, да, как, допустим, grandfather Bill likes gardening. Да, скорее всего, gardening – это и есть как раз хобби. Мы их должны все найти, выделить разноцветными маркерами или карандашами, или ручками, все, что есть у ребят в пеналах. У них, как правило, еще в начальной школе много всего есть. Если вдруг нет, то, значит, спросите, чтобы принесли. И выписать эти слова в алфавитном порядке на линеечке, которые нам здесь даны. Также здесь есть в третьем классе квадрат со словами, но почему я его тоже сюда вынесла, хотя формат вроде бы, кажется, тот же самый. Формат-то тот же самый, но презентация слов здесь дается по-другому. Да, для сравнения, вот смотрим сейчас с вами на эту картинку. Да, у нас дается квадрат, отдельные иллюстрации, отдельно сами слова. И еще раз я верну на второй класс. В втором классе у нас дается крупно, да, один только квадрат, и вокруг него слова с картинкой, то есть перевод слова, он сразу же, по сути, нам дан в виде картинки. В третьем классе они этого уже не находят. Здесь задание сложнее. То есть слова даны, картинки даны, но они не соотнесены между собой. То есть здесь мы не делаем упор на перевод этих слов, соответственно, да, на английский язык. А они уже должны сами догадаться, какое слово что обозначает. И, конечно же, мы тоже работаем с синонимами и антонимами. В четвертом классе такое есть задание у нас, когда ребята должны расставить буковки A или S между словами вписать. Если синонимы, значит S, если антонимы, значит A. Если вдруг они не знают, что такое антонимы или синонимы, забыли, не учили еще, возможно, всякое бывает, в сноске в рубрике Mind все объясняется. И даже в Mind я выписала здесь на всякий пожарный слово clever, с тем подтекстом, что не во всех учебниках английского языка для начальной школы используется для слова «умный» именно «clever». Чаще используется «smart», но так как я нашла все-таки в паре учебников слово «clever», а не «smart», то я использовала здесь их как синонимы, да, и поставила на одну строку, и чтобы ребят не смущать, все-таки слово «clever» вынесла в рубрику «mind». Так что тоже обратите внимание. И последний здесь у нас пример на закрепление. Да, вот мы всю эту лексику учили, расширяли словарный запас. Как нам проверить, что ребята понимают, что они употребляют лексику, правильно или неправильно, что они знают значение этих лексических единиц? Можно использовать итоговые контрольные работы для учеников начальной школы, да, для 4 класса. Вот такая прекрасная зеленая книжка. Я отсюда сразу же вам показываю с первого теста раздел лексика-грамматика. Это задание с 11 по 17. В 11 задании наша задача прочитать текст и расставить слова в пропуске. То есть, опять же, мы должны расставлять слова согласно контексту, согласно смыслу. Если мы не знаем перевод слова, если мы не понимаем, как его правильно употреблять, то мы его не вставим в правильный пропуск. И задание 12 по задание 17, наша задача выбрать правильный вариант ответа каждому заданию. То есть тоже вроде бы несложное задание, да, но если мы не понимаем значение, чем отличается last week от every week и от tomorrow, то мы не сможем правильно ставить, да, в пропуске. Далее, по обучающим компьютерным программам или по интерактивным плакатам, зависит от того, какие у вас есть диски, что вы используете. В любом случае, они нам помогут, потому что они позволяют предъявлять слова в контексте, то есть в широком смысле их давать. В них есть возможность многократного повторения, потому что когда мы выходим из обучающей компьютерной программы и заходим в нее заново, мы можем увидеть, что слова меняются, лексика меняется, да, то, с чем мы работаем, меняется заново. Есть задания, да, которые нам как раз позволяют развивать понимание звуковой и графической форм слова, когда мы что-то слышим и соотносим это.
И мгновенное соотнесение слова с его значением. Тоже такие задания есть. В данном случае это пример из обучающей компьютерной программы happyenglish.ru для третьего класса. И здесь квадрат со словами. Но отличительный момент здесь в том, что слова расположены и по вертикали, и по горизонтали, и по диагонали тоже. Причем и слева направо, и справа налево. А слова у нас, как только ребята находят слово и выделяют его от первой буквы до последней, допустим, слово «сэндвич» от буквы «С», до буквы H они все кликнули, и слово у них высветилось, то слово загорается определенным цветом, да, что оно найдено. Когда все слова находятся, если все правильно, после нажатия на кнопочку «Чек», у ребят, да, появляется такой веселый мультик в качестве бонуса, что они правильно сделали задание. Когда они выходят из задания, заходят в него заново, список слов у них меняется, не просто перемешивается, а еще добавляются какие-то другие слова, да, то есть с каждым таким заходом будут разные, соответственно, слова. Далее. Следующее, про что хотела вам сказать, это про программы. Да, не только обучающие компьютерные программы можно использовать еще и онлайн-программы. В данном случае это Quizlet.com. Если вы им пользуетесь, то это прекрасно, потому что вы уже понимаете, да, о чем я говорю. Если вы его не используете, то я бы постаралась на скриншотах показать возможности этой программы. Программа бесплатная, вы создаете себе аккаунт, создаете в своем аккаунте учебные модули. В каждый модуль вы добавляете ту лексику, которую необходимо с ребятами запомнить. Да, то есть по какой-то определенной теме или для какого-то определенного урока. То есть вы уже смотрите по своим целям. Есть разные режимы работы. Как вы можете эту лексику запоминать, можно ее заучивать в режиме заучивания, можно ее использовать в качестве карточек, на письмо, на правописание, как тест, как подбор. Да, то есть вот у вас самое главное, это чтобы было забито в таблицу слово, перевод этого слова, картинка к этому слову и, возможно, даже добавить аудиозвучание к этому слову. Допустим, в режиме заучивания выглядит вот так все, да, возникает слово из тех, что вы забили в программу, и 4 варианта перевода. Опять же, из тех, что вы забивали в программу, но 3 не подходят к этому слову, а 1 как раз-таки к этому слову подходит. В данном случае это слово «фамилия» и переводы как «жадный», «выгодный», «знакомый» и «жестокость». Да, мы понимаем, что правильно будет кликнуть на слово «знакомый». Если мы правильно кликаем, то у нас, соответственно, появляются здесь у меня уже 7 из 7, потому что я все 7 слов правильно кликнула. Но как только мы по одному слову правильно кликаем, у нас появляется 1 из 7, да, там, где этап. Справа у нас написано. Как только мы 7 сделали правильно, нам ставится прогресс 1%. Да? То есть нам нужно еще много различных слов также проиграть, чтобы у нас прогресс был 100%, да? Чтобы у нас всю шкалу заполнить. Но нам уже подбадривающая такая фраза здесь написана, что начало положено, продолжайте в том же духе. Да, очень полезно. Если мы работаем не в режиме заучивания, а, допустим, в режиме карточек, то это просто вам экономия бумаги, потому что ваша задача здесь создать, опять же, вот набор этих слов и нажать в режим карточек. У вас уже все само подберется. То есть эти же слова, которые только что выскакивали как тест, да, слово и к нему 4 варианта перевода, теперь они будут показываться как карточка. Вам высвечивается слово «граница страны», да, и картинка, на которой размечены границы стран. Ребенку нужно сказать вслух, что это будет border, и затем кликнуть по карточке. Она переворачивается, и появляется само слово. И он проверяет себя. Да, я правильно сказала, это будет слово border, да, граница. То есть вам в таком случае получается экономия на времени подготовки, потому что вы можете потом эти слова перемешать, использовать как-то немножечко по-другому. На одном уроке вы будете в режиме заучивания с ребятами что-то делать, на другом в режиме карточек. Может быть, вы вообще что-то домой с собой дадите делать, да? Просто ссылку им высылаете или в электронном журнале выкладываете эту ссылочку, они по ней переходят и тренируются дома. Это тоже очень полезно для расширения словарного запаса. И последнее, да, что мы с вами говорили, это про игры. Игры как раз я оставила напоследок. Здесь на слайде самые такие простые игры. Я уже отчасти из них сказала вкратце. Это игры с карточками. Да, здесь flashing card, то есть мы используем карточки, на которых есть изображение, и с обратной стороны перевод этого слова на английском языке. То есть либо изображение и слово, а на обратной стороне перевод, либо просто изображение, а на обратной стороне, как это слово будет по-английски.
Учащимся мы показываем карточку, да, показываем, допустим, картинкой задачу учащихся сказать очень быстро, причем это делается, как это слово будет по-английски. Мы переворачиваем карточку, чтобы они сами видели, что они либо ошиблись, либо сказали правильно. Чем быстрее они будут это выполнять, то есть вы очень быстро меняете карточки, тем лучше. Следующий вариант – это memory или pairs. Мы готовим, правда, очень много карточек. Это единственное, чем, наверное, не очень удобна эта игра. Мы должны попросить ребят собрать пары. Картинка, слово на английском. Картинка, слово на английском. Мы перемешиваем все вместе. Да, в одну получается такую большую кучу. Нужно, чтобы они собрали пары. Картинка, слово, картинка, слово. Здесь уже нужны не двусторонние карточки, а односторонние. Игра whispers. Да, нам нужно, соответственно, в ней что-то шептать. Ученики у вас делятся на команды, можно их поделить на команду. В каждой команде есть карточки со словами и с картинками, то есть учащийся вытаскивает слово какое-то определенное или картинку, читает это слово про себя, далее шепчет это слово на ухо следующему вашему ученику, тот должен его передать следующему, да, как испорченный телефончик. Последний учащийся должен показать картинку с этим словом. Опять же, взять из стопки эту картинку и показать, какое слово до него дошло. Если все произносили слова абсолютно правильно, то, конечно же, да, они безошибочно скажут, он безошибочно вытянет карточку с этим словом. Если слово до него дошло неправильно, он где-то что-то недослышал, то будет очень весело, потому что да, либо они какое-то слово придумают, которого не будет в карточках, соответственно, они ошиблись, да, и не получают, допустим, за это очко. А другая команда, допустим, все правильно передала друг другу и слово правильно, карточку правильно вытащила, слово правильно воспроизвела. Вот вам на соревновании игра. Можно использовать игру небылицы. Мы пишем на доске в столбик слова. Слова должны быть между собой очень плохо сочетаемые. Достаточно где-то 5-10 слов. Можно начать с 5 слов и увеличивать их количество, когда вы будете впоследствии опять в эту игру играть. Ребята должны составлять рассказ с этими словами, не меняя последовательность слов. То есть, как они написаны в столбик, так они должны их употреблять в речи, да, в рассказе. Чем смешнее рассказ, тем лучше. То есть, у вас там могут быть слова car, green, elephant, school, hat. Да, а в рассказе у них будет что-нибудь про то, что на зеленой машине слон едет в школу, одетый в шляпу. Да, что-то вот в таком духе. Чем веселее будет рассказ, чем он будет светлее, тем лучше. Вариант игры в ассоциации. Здесь у меня уже пример показан на слайде. Вы называете слово, а лучше показываете карточку со словом или сам предмет. Например, можно зеленую машинку не на карточке показать, а просто зеленую машинку как модельку, да, показать. Или, может быть, игрушка какая-то будет, мягкая игрушка, не знаю, котик или собачка. Учащимся нужно назвать как можно больше слов, которые у них ассоциируются с исходным словом. То есть, если это зеленая машинка, как здесь на примере у меня, да, на слайде написано, они будут перечислять различные слова, сочетаемые с этим словом ассоциативно. Car, green, road, drive. Главное, условие повторяться нельзя, конечно же. Да, то есть, не повторяться. Здесь могут быть, и, так как у машины черные колеса, может быть, они скажут black, а фара там красная, значит, будет red, возможно. А стекло у нее есть окно window. Что еще там? Silver, серебряного такого цвета, да, или grey. Эти покрышки, да, диски и так далее. То есть все, что они вот вспомнят. Машина ездит, значит, drive, да, здесь есть, ездит медленно, slow, ездит быстро, значит, fast. И все, что они могут вам назвать. Вы эти слова, соответственно, либо можете записывать на доске, чтобы они видели, какие уже были слова, и нельзя повторяться. Либо просто устно, да, значит, менять чаще предмет, который вы показываете, чтобы у них не останавливалось мышление, чтобы они долго не задумывались, а быстро-быстро называли эти лексические единицы, то есть довести до автоматизма. И последнюю игру, которую я вам покажу, это игра блогеры. Игра подойдет для учащихся, начиная с 4 класса. Что нам нужно сделать? Мы, ребят, делим на команды, лучше все-таки в командах, потому что в таком случае вам придется меньше аккаунтов проверять. Да, допустим, две команды, два аккаунта, группа 1, группа 2. Вы можете назвать не просто group 1, как у меня здесь на примере, на картинке, а четвертый А, группа 1. Да, вот вам будет фамилия его аккаунта, фамилия, имя четвертый А, фамилия группа 1. Допустим,
А мы должны ребятам сказать, что их задача выложить фотографию, а лучше фотографии и, конечно же, да, не одну, и сделать к ней подпись на английском языке и поставить на английском языке хэштеги. Что такое хэштеги? Да, это у нас с решеткой слова, по которым, как теги, да, то есть по которым мы кликаем, и они как гиперссылки пересылают нас к таким же картинкам с такими же тегами, то есть с помощью тегов в Инстаграме объединяются различные картинки по одной теме. Ну, допустим, кошка. Да, по тегу кошка будет высвечиваться очень-очень много миллионов фотографий, я думаю, миллиарды уже с котиками. Да, здесь у нас вот такая смешная ситуация. Котик у нас, кошка в раковине. Что могут подписать ребята? Вот здесь пример, да, стрелочка стоит, у меня пример. My cat sleeps in the sink. Да, прекрасно. Кошка спит в раковине. И там, допустим, два смайлика. Какие могут быть хэштеги? Ну, допустим, это можно обнаружить утром. Так как она там спит, соответственно, утром приходишь, у тебя кошка спит в раковине. Good morning можно написать хэштег. Можно написать my cat. Можно написать просто cat. Можно написать white cat, brown cat, white and brown cat. Что мы еще можем придумать? Cat in the sink. Давайте вместе еще придумаем какую-нибудь подпись к этой фотографии. Напишите мне, пожалуйста, в чате какой-нибудь вариант подписи. Утром было Sinky Cat, да, такая раковинная кошка. Вот она, жительница раковины такая. My bed, прекрасно. My lovely bed. Да. Funny cat. Да, то есть вы представляете, что ребята могут у вас, кстати, они могут начинать как с словосочетаний, как вы сейчас, да, пишете, короткими такими подписями. Dreaming cat. Какая прелесть. Она у нас всегда такая, dreaming. Это фотография моей кошки. Да, она немножечко такая всегда dreaming о чем-то. Но здесь она, наверное, скорее всего, думает о том, как бы не включили бы воду, чтобы ей было сухо лежать в ванне. Соответственно, да, что могут делать, допустим, другая группа может комментировать этот снимок. Соответственно, в комментариях обязательно все на английском языке, только на английском. Остается только проверить, чтобы грамматически все было правильно, потому что если все-таки это предложение, то да, как минимум третье лицо, единственное число, следить за этим, чтобы они все правильно писали. The cat in the bed. Да, вот такая у нее забавная кроватка. My cat sleeps in the bathroom, можно, да, написать. И, соответственно, да, различные какие-то хэштеги ставить. Ну, по хэштегам мы сами сейчас, наверное, не будем писать их, да, потому что, в принципе, я думаю, смысл игры понятен. И я обещала, что про последнюю игру, а это последняя игра, я скажу, как ее можно преобразовать в игру для среднего звена. Ну, во-первых, среднее звено может уже вести аккаунты, каждый свой аккаунт, потому что для них все-таки что-то групповое, это не всегда удобно. Каждому захочется выложить что-то свое и сделать какую-то свою подпись. Ага, можно, да, можно и так подписать. Да, можно с ребятами поработать с Инстаграмом немножечко в другом ключе, но тоже с лексикой для ребят постарше. Я думаю, даже не для пятого класса, а класс 7-11, да? 7-10 точно, пока до этого есть еще это дело. Мы ищем по какой-то определенной теме блогеров, ну, допустим, очень много в Инстаграме блогеров, которые пропагандируют здоровое питание, здоровый образ жизни, фитнес, спорт и так далее. Находим хороший аккаунт, обязательно, чтобы этот аккаунт был носителем языка. Да, ну, не обязательно, конечно, но желательно все-таки, чтобы это был носитель языка или человек, который знает несколько языков. Как правило, это всегда написано в шапке профиля, да, это написано имя этого человека или его никнейм, написано, чем он увлекается. Да, если это блогер, то он будет написано, что это блогер, у него будет много подписчиков. Чем больше подписчиков, тем лучше, значит, все-таки его читают, и у него будет правильный английский. То есть ваши ребята не научатся ничему там лексически неправильному, или, не дай бог, да, или чему-то грамматически неверному. Как правило, блогеры стараются писать коротко и понятно, но есть те, кто расписывают очень там понятные, допустим, рецепт какого-то фитнес-блюда, да, с низким содержанием, не знаю, сахара или с низким содержанием углеводов или что-то такое. Что у вас ребята почерпнут из этого? Помимо того, что они тему еда знают, они еще узнают много различных слов, то есть у них будет расширяться лексический запас, вот если мы говорим про тему фитнеса и еды, да, и здорового питания, на тему здорового питания. Мы берем, не обязательно, чтобы они читали каждый
у этого блогера прямо онлайн. Вы можете найти сами такой пост дома, то есть покопаться, найти, подобрать этого блогера, кстати, на него подписаться, чтобы потом можно было у этого же блогера черпать еще новые посты, и распечатать, сделать скриншот с фотографией, чтобы попадал текст под фотографией, то, что блогер написал, и его хэштеги, чтобы тоже попадали, потому что ребята и в хэштегах тоже могут найти ту лексику, которую они случайно забыли, не знали. Им просто станет интересно, что это сокращение особенно обозначает. Да? Очень много сокращений используется, и в хэштегах в том числе тоже. Мы раздаем им эту распечатку и просим прочитать этот текст и подчеркнуть все те слова, которые они не знают. И, допустим, можно подчеркнуть слова, которые они не знают точного перевода, но догадываются, как их перевести одним цветом, или, допустим, подчеркнуть такие слова и обвести те слова, которые они не, абсолютно не понимают, что обозначают, и из-за этого им непонятно значение предложения. Да, то есть вы разбираете эти слова, вы работаете со словарем, ребята работают со словарем, все-таки поэтому это для ребят постарше. Да, до 4 класса нам вполне хватит выложить фотографию, сделать короткое описание на английском языке. Можно даже сказать, допустим, предложение или словосочетание, пару словосочетаний, да, чтобы не все было в одних только смайликах. А с ребятами постарше можно уже работать с чужими текстами. Плюс можно им давать задание, если они так хотят сами работать в Инстаграме, комментировать чужие посты у блогеров, но обязательно на английском языке, по той теме, по которой им нравится. Любит он спорт, мальчик, пускай комментирует по теме спорт. Девочка любит фэшн, по теме фэшн. Кто-то там любит, допустим, что-то с фотографией связано, да, с пейзажами, может быть, он будет комментировать что-то и не просто, да, nice picture. Да, это не комментарий у нас, да, это должен быть специально какой-то комментарий, который будет именно относиться к тематике того, что блогер написал. Ну, допустим, это может быть вопрос, а как, на какую камеру вы сделали данный снимок, или да, какое было разрешение, да, допустим, объектив, да, какой был, когда вы делали данный снимок. То есть обязательно, чтобы несло в себе смысловую нагрузку. То есть вот вам использование соцсети для расширения словарного запаса, как у начальной школы, когда они сами могут в нем работать. Не хотите, чтобы они у вас что-то где-то публиковали в интернете, значит, просто берите картинку, переворачиваем картинку, представляем, что она у нас опубликована в Инстаграме, делаем подпись на фотографии и рисуем там хэштеги. Все от руки тоже можно делать, да, ничего от этого не испортится. То есть вот такие вот можно лексические игры использовать, в том числе и с социальной сетью. Да, ничего страшного от этого не случится, поверьте. И давайте мы с вами подведем итоги. Прежде чем я дам код для сертификата, мы с вами посмотрели несколько пособий и примеры из этих пособий для того, чтобы понять, что действительно в пособиях много интересных заданий на расширение словарного запаса и на расширение, и на закрепление того, что мы изучили. Что использование обучающих компьютерных программ, использование онлайн различных приложений, онлайн ресурсов, конечно же, нам помогает в изучении лексики. Например, все, что можно сократить до того, что вы вбиваете лексикой слово перевод и картинка, да, и, допустим, вы загрузили весь этот лексический вам объем, базу материала на тот же самый Quizlet, и все, и вы с ним работаете. Более того, да, представьте, насколько удобно, если вы что-то на уроке не до конца успели, но вам нужно, чтобы ребята освоили эти лексические единицы, вы даете эти задания на дом. Причем это не столько я придумала, я смотрю в том числе и блогеров, я и читаю, и смотрю, и зарубежных в основном. И в Америке, например, сейчас очень распространен Quizlet при изучении иностранного языка. Детям постоянно дают задания дистанционные, когда они приходят домой и дома учат определенный набор слов. Допустим, там может быть 50 слов задано на неделю. Да, вот они пришли на иностранный язык, занимались 2 часа, у них, как правило, сдвоенные всегда уроки. И получили задание на то, чтобы они пришли, допустим, в следующий понедельник, но выучили там, допустим, 25 слов точно выучили, а еще 25, если выучат, то это будет им просто бонус к оценке. Соответственно, пожалуйста, да, им высылается ссылка в электронный такой же дневник, абсолютно все как у нас. Они переходят по ссылке, заучивают эти слова. Хотят в режиме заучивания включить, значит, в режиме заучивания. Захотят как карточки учить, пускай учат как карточки. Главное, чтобы у вас уже в этом модуле вся лексика, вот эти 50 слов, была забита. Да, ну, это образно 50 слов, у нас, как правило, все-таки меньшее количество единиц дается, и мы домашнее задание даем чаще. То есть одно дело приспособиться, другое дело все заново сочинять. Зачем что-то сочинять, если мы можем использовать вот уже готовый материал, готовую площадку, да, для того, чтобы все это организовывать. И, конечно же, мы можем использовать лексические игры
не только те, что я показала, но и те, что вы используете каждый раз на занятиях разные, я надеюсь, да, чтобы занятия не были всегда однообразные и скучные, потому что даже играть с карточками – это весело, это хорошо, но если это на каждом уроке, из урока в урок, это становится скучно и приедается. Поэтому чем чаще вы меняете игры и все-таки вкрапляете песни, например, да, песни, стихи, тем у ребят выше мотивация, им больше хочется прийти конкретно на ваше занятие. А у нас это основная задача – замотивировать ребят на изучение языка. Вы должны их заразить собою. А чтобы это сделать, нужно использовать интересные приемы. Вот все, о чем я вам хотела сегодня рассказать. Надеюсь, что что-то все-таки новое и полезное я вам рассказала. Вопросов я таких содержательных вроде бы не видела. Да, презентация будет выложена. Спасибо большое админу, что написали. Я должна вам дать код для сертификата. На слайде у нас сейчас высвечены наши контакты. Да, ссылка на форум, где можно как раз и презентации посмотреть из этого вебинара, из предыдущих вебинаров. На наш магазин, интернет-магазин, где можно еще полистать странички из книг, потому что я показывала одни страницы, там выложены в интернет-магазине немножечко другие страницы, да, обратите внимание, зайдите. Мы есть в соцсетях, там тоже можно найти очень много интересного, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, и у нас есть свои хэштеги в том числе, так что если, да, что-то будете публиковать с нами, может быть, какую-то книжку вы выиграли у нас в конкурсе репостов, ее сфотографировали, выложили, тоже не стесняйтесь, ставьте наши хэштеги. Вот вы были у нас где-то на семинаре, на лекции, на вебинаре что-то фотографировали и выкладываете это, да, что вы повышаете квалификацию, мы тоже будем рады поделиться вашей фотографией у нас в соцсетях. Главное, чтобы мы ее нашли. Как правило, мы всегда просматриваем хэштеги издательства «Титул» и «Титул Publishers». Пожалуйста, коллеги, код для сертификата в чате. А ссылка, где сгенерировать себе сертификат, тоже в чате. Как получить сертификат для тех, кто у нас первый раз на вебинаре? Инструкция на слайде. Я уверена, что вы очень легко получите сертификат по ссылочке. Вот Алексей Васильевич нам напоминает про мобильные тренажеры. Обратите внимание, коллеги, да, кто еще не устанавливал мобильные тренажеры для ОГЭ, для ЕГЭ, приложение для младших школьников и дошкольников Тинки-Линки, посмотрите их. О них у нас тоже говорится и на форуме, и в соцсетях. Зайдите, посмотрите. Если вам не хочется что-то где-то искать, то, например, по ОГЭ или по ЕГЭ, вам достаточно просто вбить ОГЭ и слового. Автор в строку поиска в Google Play, и у вас высветится уже приложение. Это если вы вдруг их еще не скачивали, не устанавливали. Вроде бы вопросов никаких не вижу. Код для сертификата, коллеги, в чате. Ссылка, где сертификат получить, тоже в чате. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго и до новых встреч.